сегодня, Мишка? Я вас поздравляю с тем, что вы зачислены в Академию супергероев. После этого мероприятия я поверю в свою суперсилу и уже очень верю, что могу стать программистом. Мне настроение прям зашкаливает. Мне понравилось общаться с Александром Денисовым. Пригласил на телеканал «Футбол», на экскурсию, разрешил пригласить друзей. Очень приятно и радостно смотреть, как дети просто не думают ни о чем плохом, просто живут и просто радуются жизни. Огромное спасибо фонду и всем сотрудникам, и в частности Ренату Леонидовичу. За последние 5 лет участниками этой акции «Ренат Ахметов детям» стали порядка 700 тысяч детей, мальчишек и девчонок. Это, по сути, 25 или 30 полных стадионов ОСК «Металлист», где сейчас «Шахтер» играет в Лиге чемпионов. Соответственно, это все счастливые дети, столько стадионов счастливых детей. О чем мы говорим? Ну, просто здорово.